В Тверской области 17-летний подросток спас пенсионера, провалившегося под лед. Инцидент произошел в воскресенье 8 марта в Вышнем Волочке. 70-летний местный житель отправился на водоем ловить рыбу, однако маленькая толщина льда не позволила ему этого сделать. В какой-то момент ледяной покров под рыбаком треснул, и мужчина провалился в воду. По счастливой случайности поблизости находился студент местного колледжа Сергей Зайцев. Юноша не растерялся, бросился на помощь несчастному и вытащил пенсионера из воды. После чего достал из водоема еще и велосипед мужчины. Об этом чудном спасении первым рассказал информационный портал «Волочок Лайф». Журналистам издания удалось побеседовать с юношей-героем. Девушка ходил по берегу и ловил рыбу. А потом он пропал, пришел посмотреть, где он. Обнаружил то, что дед провалился под лед, ну, по пояс. Ну, пошел его, вытащил оттуда, потом велосипед его достал, отогрели его, сняли одежду, машину отвезли его в дом престарелых.